Приветствую всех на канале Разносторонние интересы. Сегодня будем разбирать мой телевизор старый, черно-белый. Называется Весна 308. Еще такого у меня не было, не попадался. И вот интересный такой тут у нас индикатор. Не знаю, для чего он вообще. Что-то наводить, наверное, было. И здесь дырка такая. Видно, тоже что-то стояло. И здесь поудаляли. Ну, вон этот телевизор целый еще. Будем вскрывать внутренности. Крышка уже тут такая полуоторванная. Вот летело еще что-то. Я его не открывал еще. Так. Покуда ждал момента, когда время будет. Покуда сейчас занимаемся подкормкой пчел на зиму. Да, заливаю я под забор отмостку бетонную. То особо времени некогда было разбирать. Вот сегодня залил отмосточку под забор. Осталось еще пару пролетов залить. И вечер сейчас у нас уже 6 часов. То нашлось немного времени разобрать телевизора. Самому интересно устройство данного агрегата. Хотя названия то разные. А начинка одинаковая у всех. Ничего особо тут нема интересного такого. Это у нас конденсаторы трубчатые. Стоят здесь везде. Серые, H70. Потом где-то бачу вот оранжевые стоят. Все такие трубочки. MI-300. В основном серые и оранжевые. Эти вот 77 год транзисторы. Красные, маленькие. Их здесь два. Два, два, два. И больше не видно. Ну, такой телевизор. Можно сказать, пустой. Ничего особо в нем нету. Все у нас будет на разбор. Вот снизу стоит. Называется Горизонт C355. Не знаю, я такие уже разбирал, наверное. И вот еще красный транзисторчик один. 77 год. Так что находится у нас тут трансформатор. Есть такие трансформаторы с 4 подков, таких вроде подков собран. С двух сторон. С одной 2 и со второй 2. А этот у нас Ш-образный. Ну, в нем где-то 0,5 кг меди должно быть. Отдал я за этот телевизор в долларах, скажу, $2,5. Где-то 2,5, чуть-чуть меньше там. Опа! И рассыпался. На болтике держалась чуть-чуть сверху. Вот еще один трансформатор внутри. В этом содержится где-то грамм 50-100 меди. И вот еще один трансформатор. И на кинескопе оплетка эта. Не оплетка, ну, короче, вот эта штука такая. Здесь медь тоже. Ну, тут маленькая башка. Наверное, грамм каких 150 будет. Не больше. В итоге у нас получается трансформатор большой 0,5 кг, ну, может плюс-минус там 100-200 грамм. И два маленьких, берем 200 грамм, 700 грамм меди и этот 800. О, еще один трансформаторчик есть с этой стороны. Ну, грамм где-то 900-800 меди.
в этом телевизоре. С таких штук запчастей, содержащих драгметаллы вроде золота, там платин, палладия здесь нету, в этом телевизоре черно-белом. А в основном это трубчатые конденсаторы. Трубчатых это серебро содержится. Ну их немного. Вот этих вот транзисторах 77 год золото есть. Ну, там 100-тысячные доли где-то его от граммы. Диодики стеклянные есть, такие маленькие, небольшие. Обошел с телевизора $2,5. Можно сказать, на нем никакого заработка так и нету. Получается у нас 500, 600, 700, 800 грамм меди. Это около $4. Доллар, полтора заработка. Можно сказать, деньги за даденный агрегат мы вернули. Плюс нам достались запчасти, содержащие серебро. Здесь лампы вот стоят. Ладно. Этот мы одной рукой, тут я ничего особо не сделаю, чтоб отнять от экрана хотел сразу. Оп. Так, сейчас плата наша упадет. Опа, главное, чтобы сразу не раздолбенил, а тут подгоражу. Одной рукой, конечно, неудобно. Ладно, сейчас освободим экран с корпусом, чтобы мне это стекла тут не наделать. Можно сказать, интересное хобби — разбирать радиотехнику старую. Заработок с нее можно иметь, но это только если самому собирать, например, там находить где-то. Ну а если покупать, даже отдавши $3, $2, можно сказать, заработок почти нулевой. Ну, конечно, и возни. Ну, зато интересно старую технику ломать. Этот, я думаю, уже все, не буду разбирать в следующий раз. Горизонт. Так, смотрел через вентиляционные отверстия сюда. Но тут намного поинтереснее агрегат. Здесь стоят вот платы малые такие. На основной много, гляжу, транзисторов КТ. Ну, думаю, там и внутри что-то интересное будет. Так что сегодня я его разбирать не буду, а уже, наверное, завтра или послезавтра, когда побольше времени будет. Ну и оставим на будущее интерес. То, что если сразу все разобрать, то потом не интересно будет. Интереса не останется у нас никакого. А так потихоньку разберем вот один, потом следующий. Немного раньше я разбирал по 10 штук. Есть у меня видео там на моей, на канале, на моем, то там
Телевизоры тоже разные. Интересные. Такие не попадались никогда. Можно сказать. Один был телевизор из 10 где-то. Один из 10 телевизор. Полностью напичканы КМ зелеными и рыжими. Был такой, но я его тогда под рукой не было чем снять. Видео-то я и не снимал про его видео. Вот кусок кабеля оторвал. Так, 5 ламп. Это уже 6 еще. Снимаю лампу, чтобы не побить. И вот это еще отвалилось. Пока что ножки погнулись. Все лампы удаляем сразу. Есть у меня там